Ребята, здорово! У меня сегодня день рождения. Вот так вот все выглядит. О чем сказать? По поводу настроения, если оно у меня, честно говоря, нет. Причем, ну, по абсолютно понятным для любого человека причинам, для любого нормального, адекватного человека причинам, да, то, что сейчас происходит, оно, ну, во внешнем мире, да, то есть оно не сильно радует, мягко говоря. Поэтому всем мир, однозначно, всем нам скорее мир. И что сказать-то, собственно говоря, какие выводы? Вот оказался здесь, не прямо вот здесь, а где-то вот здесь. Да, значит, что могу сказать, исполнилось 39. Это 15-я страна, где я вообще побывал за все время своей жизни. Причем первый раз, как вы знаете, да, там я куда-то поехал на море, ну как куда-то в Таиланд. Это было мне 26, почти 27. Вот, и с тех пор вот куда-то поездил, причем во многие страны я ездил там не по разу, возил туда своих близких. Это, кстати, одно из, наверное, важных для меня и, на мой взгляд, для любого мужчины, когда ты можешь и хочешь в первую очередь, а можешь, это уже приложится, делать что-то для своих близких, то есть чтобы они кайфовали тоже. И я благодарен себе, моей жизни, каким-то обстоятельствам за то, что у меня были такие возможности, есть они, может быть, даже и сейчас, и не может быть, в общем... За то, что есть возможности возить своих родителей куда-то, показывать им мир, что-то еще для них делать. В общем, вот. Плюс свою семью. Что сказать-то? Надо ставить цели, ребята. Возможно, что это видео кого-то из вас замотивирует. Потому что когда-то, ну как бы, как я для себя понял, нужно ставить цели. То есть цели нужно ставить амбициозные. Есть понятие веры, да, то есть бывает, что люди не верят в то, что вот их цели реальны, да, там, ну то есть где сейчас ты и где там, допустим, твоя цель, если мы говорим о материальных целях. Здесь, наверное, тема такая, что не надо гнаться за верой. Не веришь, все равно просто... Не знаю, смотри на свою цель. Там, если это какая-то тачка, то ходи на тест-драйв. Если это какой-то город, где ты хочешь жить, съезди туда обязательно, езди туда как можно чаще. Смотри в Ютубе, в интернете про то место, где ты хочешь жить. Если это не материальные цели, ну, например, любовь, да, начни отдавать любовь, то есть начни источать ее в пространство куда-то вот вовне. Начни что-то делать, какие-то поступки, которые, ну, несут в себе любовь к людям, там, кому угодно, каким-то своим близким, к неблизким, просто к людям, которых ты видишь вокруг. Ну, самое главное еще, наверное, начните просто как бы смотреть, что в мире происходит, потому что я вот смотрю иногда люди, то есть выкладываешь фотку. В прошлый раз я выкладывал там фотки Бурдж-Халифа. Очень многие люди даже не знают, что это такое. То есть, как бы, почему я, никогда не быв ранее, допустим, там, в Эмиратах или в каких-то других местах, знаю, что вот это там самое высокое здание мира, ну там одно из. А это, например, там какая-то страна, а это, например, такая-то машина, это тот. То есть мне ничего же не мешает, и вам не мешает тоже. Ну, смотреть, там, изучать, не знаю, разглядывать, рассматривать какие-то вещи. То есть, как вообще у вас есть интернет. Прикол в том, что когда-то давно, когда не было интернета, вот тогда, наверное, да, сложно было себе что-то представить. То есть вы хотя бы можете что-то хотеть, ребят. Вам же никто не может запретить чего-то хотеть. Ну и поэтому, как бы, я на свой день рождения, по сути дела, да, делюсь с вами своим рецептом. Ну, я не назвал бы это успехом, как бы, ну, успех, конечно, это не только о материальном, да, то есть у меня прекрасная семья,
все у меня хорошо. В этом плане я точно могу себя назвать успешным человеком. В плане денег все, конечно, очень относительно, да, по сравнению с тем, что было раньше. Но, опять же, ну, я точно не могу себя назвать успешным человеком. В плане моей работы она мне осточертела уже настолько. Ну, то есть у меня есть любимая часть моей работы, это проводить тренинги, то есть консультировать людей в том, в чем я компетентен. Но, допустим, большую часть моей работы занимает маркетинг. То есть то, как я пытаюсь этих клиентов себе привлечь и так далее. Есть вещи, которые, может быть, я не очень хорошо делаю, не умею их даже делегировать, но так или иначе... Ну, короче, это уже в другую сторону мы пошли. В общем, ребят, от себя могу сказать, мой опыт такой, я просто все время что-то хочу. Не знаете, что хотеть, залезьте в интернет, не знаю, общайтесь с людьми, у которых есть что-то, чего нет у вас. И тогда, получается, вы узнаете о чем-то, что еще можно захотеть. То есть постоянно надо что-то хотеть, на мой взгляд, куда-то стремиться. И вот это, наверное, для меня такой вот рецепт. Когда мужчина чувствует себя живым, когда он к чему-то стремится. Вот. И верите вы в это, не верите, пофигу, короче. Если вы очень сильно чего-то хотите, да, как написано у Коэльо, ваше желание, вся вселенная будет заботиться о том, чтобы ваше желание сбылось. Короче, на свой день рождения я хочу вам пожелать, всем пожелать мира, всем пожелать хотеть чего-то, чтобы вы все время что-то хотели, и чтобы ваши желания сбывались. Потому что на самом деле, если вы чего-то очень хотите, оно обязательно в вашей жизни произойдет, исполнится. И я могу о себе сказать, и не только о материальном, да, то есть я точно могу сказать 100%, что да, когда вы чего-то желаете, это обязательно исполнится. Поэтому как-то так, ребят. В общем, вас, себя поздравляю с моим днем рождения. Вам желаю как можно больше хотелок и реализации ваших хотелок. Вот. А те, кто хочет меня поздравить, здесь внизу есть ссылка. Вы можете отправить мне какой-то символический подарок. Честно говоря, при всей своей природной скромности я сейчас скромничать не хочу, потому что как бы люди просто в процессе жизни постоянно присылают какую-то денежку и благодарят. Благодарность – это хорошая штука, да, то есть если человек вам как-то помог, я сам так делаю постоянно, то вы отправляете ему что-то, какую-то благодарность, не знаю, это может быть финансовая, это может быть какая-то мысленная. Ключевое, что мир, когда вы умеете благодарить его, он начинает давать вам больше и больше. В общем, короче, если есть кто-то, кто считает, что меня можно за что-то поблагодарить, за мой вклад в его жизнь, и, соответственно, вы можете подарить мне подарок по ссылке под этим видео. Я обычно на свой день рождения дарю вам какие-то подарки. То есть какой-то бесплатный курс открываю, что-то еще. Я сейчас что-то посмотрел, у меня, по-моему, все, что можно было открыть, я уже открыл. Остальное платное. Ну, как-то так, ребята. В общем, всем вам я желаю как можно больше желаний, мечт, целей и их скорейшей реализации.